Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу совместную молитву, и в эти светлые послепасхальные дни мы радуемся о том, что Господь Спаситель мира пришел к нам и спас всех нас. Осталось всего лишь несколько дней до праздника Вознесения Господня, когда Господь вознесется, и мы, устремив взоры вверх, увидим Бога Иисуса Христа, сидящего одесную Бога Отца. Вознесется Он в этом теле, в котором Он был среди нас, и наше тело тоже будет в свое время вознесено и преобразовано духовно и телесно. Я вас поздравляю с наступающим праздником Вознесения Господня. Храни вас Господь на многие и благое лето. Аминь. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего в гробах живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего в гробах живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего в гробах живот даровав. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и век веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети и исцели немощи наши, не Твою в раде, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков, аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно веки веков. Аминь. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Отвышь в мире спасения душ наше Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом Господи, Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, Господи, Отце нашем, блаженнейшем митрополите Ануфрии, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Агафангеле, честнее пресвитерости в Христе, диаконстве и всем притче людям Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, это милость, милостное благодарение, мольбу нас, недостойных работ своих, при небесной служении к приятию благодробно, помиловать о нас Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, это милостное благодарение нас, непотребных работ своих, еже приятных о нем благодея во смиренном сердце приносим, но и как дело благовонное, все сожжение точное, благоприятному да будет Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, если вы не послушайте глаз моления нас и достойных рабов своих, и доброе намерение и желание верных своих благовеста исполните, и всегда тащит благодетельным и церкви своей святей, и всякому верному своему рову прошение даровать и Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, если два мне церковь святую своей рабов своих, Елены, Георгия, Марины, Дмитрия, Валентина, Татьяны, Ольги, Натальи, Андрея, Георгия, Александра, Ольги, Андрея, Александра, Татьяны, Владимира, Светлана, Валерия, Николая, Наталья, Татьяна, Руслана, Ольги, Екатерины, Татьяны, Веры, Ирины, Сергия, Натальи, Георгия, Петра, Ольги, Лидия, Анатолия, Евгения, Светланы, Андрея, Ольги, Сергия, Ирина, Наталья, Марина, Сергия, Ольги, Сергия, Любови, Марина, Любови, архимандрита Алипи, Романаха, Макария, Романаха, Анафана, Романаха, Матфея, иродиакон Антония, протерей Игорь, протерей Андрея, протерей Андрея, протерей Сергия, протерей Артемия, протерей Всеволода, протерей Михаила, Ирия Иоанна, Ирия Василий, Ирия Александр, Ирия Николай, Ирия Алексей, Ирия Александра, Ирия Андрея, Ирия Алексея, Антония сосродники, Валерия сосродники, Александра сосродники, Александр Анастасия, Алексей Дмитрий, Сергей Александр Анатолий, Евгений Надежда, Ангелина Наталья, Татьяна Татьяна, Павла Светлана, Светлана Анна, Сергия Светлана Виктория, Наталья Марина, и всех благотворителей и сподвижников православной социальной сети и лица, и благотворительного фонда и лица, и всех нас, о всякие скорые беды, гневы и нужды, о всех врагов видимых и невидимых, здравым благоденствием,
И миром ангельцы ополчением верность оградите Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, благословенную, славную, владычную нашу Богородицу, Пресвятую Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Бога предадим. Тебе, Господи. Я поподобаю Тебе всякое славу, честь и поклонение Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присно веки веков. Аминь. Благодарный случай, достоин рабе Твоей, Господи, о Твоих великих, благо для нас бывших, славящих, я хвалим, благословим, благодарим, повеличаем, Твою благоутробие рабскую любовь вопием Тебе, благодетелю спаси наш, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Твоих благодений, даров Твоей караби, непотребной задойши, Владыка, к Тебе усердно притекающее благодарение по силе приносим, и Тебе, как благодетель Творца, славящего и пьем, слава Тебе, Боже, прещедрый, и ныне и присно веки веков, аминь. Богородица христианам поможет Твоей Христа, стяжавшей раби Твоей, благодарны Тебе пьем, радуйся, Пречистая Богородица Дева, и от всех нас бед Твоим молитвам всегда избави, единой скорбь предстательствующая я. Премудрость к Ефесеям послание стага апостола Павла чтение водмием. Братья, коча до света ходите, плод бы духовный вся всякой благостыни правде истине, искушающий, что из благодны Богови, и не приобщайтесь ангелом неплодным, не паче же обличайте, бываемые от них срамности глаголоте, вся же обличаемая от света является, вся бы являемая свет есть. Сигурати глаголит, восстань, спя и воскресни от мертвых, освятите Христос. Блюдите оба как опасных, ходите, яко же не мудрые, но яко же премудрые, искупующие время, яко дни лукавы суть. Сигурати не бывает несмысленно разумевающий, что есть воля Божия, и не упивайтесь, но мне в жизнь блуд, но паче исполняйся духом, глаголишь себе, в псалмех и песнях, и пениях духовных, воспевающие, поющие в сердцах ваших Господеве, благодарящие всегда всех имени Господа нашего Иисуса Христа, Бога Отцу, повинувших друг другу в страсти Божией. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость прости, услышим святаго Евангелие, мир всем. И Духу Твоему. От Луки, святаго Евангелие, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, удме. Во время он, уходящий Иисусу, в некую весть, святошего 10 прокаженных мужей же старший издалеча, и те вознесоши глаз глаголющие, Иисусе наставничи, помилуй ны, и, видев речем, шедше покажись священником, и бысть идущим очистившися, един же от них, видев якое цели, возвратися согласом велем славе Бога, и подянись при ногу его, хвалу его сдая, и только самарянин, отвещевав же Иисус рече, не 10 ли очистишь, да 9 где? Как они, обретошися, возвращи дать и славу Богу, токмо на племенник сей, и рече у вас став иди, вера твоя спасетя. Слава тебе, Господи, слава тебе! Тебе, Бога, хвалим тебе, Господа, исповедуем тебе, привечного Отца вся земля величает, тебе все ангелы, тебе небеса и вся сила, Тебе, херувимы, серафимы, непрестанными глазы взывают. Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, полны суть небеса и земля величества, слава Твоя. Тебе преславный апостольский лик, Тебе пророческое хвалебное число, Тебе хвалит пресветлое мученическое воинство, Тебе по всей вселенной исповедует Святая Церковь, Отца непостижимого величества, поклоняемый Твой истинно вдерунного Сына Святаго Утешителя Духа, Ты, Царю славы Христе, от Отца Пресносущий, Сын Иси, Ты к избавлению приемле человек не узнушался из седьмического чрева, Ты одолев смерти сжал отверзнись верующим Царство Небесное, Ты одесную Бога сидишь во славе, Отче Судья, при Тебе решися, Тебе вопросим, помози рабом Твоим, их же честную кровь откупил Иси, сподобися святыми Твоим, вечной славе Твое царствуйте, Спаси, люди Твои, Господи, благослови достояние Твое, исправи я вознеси их вовеки, во вся дня благословим Тебя, восхвалим имя Твое к века, сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитесь нам, помилуй нас, Господи, помилуй нас, буди милость Твоя, Господи, нас, як же уповахом на Тебя,
На Тя, Господи, по вахам, да не постыдимся в веки. Аминь. Премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейший Херувим и славнейший бесценный Серафим, без исцеления Богослужащий, сущий Богородице величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой Своей Матери, всех святых, во имя спаси от нас, яко благо человека любец. Аминь.